Так, ребята, сегодня Passat B6 1.9 турбодизель. Меняем сцепление. Развалился двухмассовый маховик. Стоит он просто космос. Походу буду описывать разбор весь. Значит, в принципе, сверху воздухан, аккумулятор я снял. Троса отстегнул, кронштейн тросов тоже отстегнул на трех болтах. Цилиндр снял, все в сторону, чтобы не мешало. Сейчас сниму стартер, поверху тут два болта. Буду поднимать, снизу разбирать. Будем переделывать. Чтобы двухмассовый маховик удалить, будем ставить с одномассовым маховиком в сборе с корзиной, уже с диском, все сцепление в сборе будет меняться. И будет уже одномассовый. Ой, там сцепление год назад менялось, но маховик развалился. Отдельно маховик стоит дороже, чем вот этот комплект сцепления. Так что будем менять его. Так, ребята, теперь о разборе. Значит, по правой стороне, даже колесо не снимал. Привод, вот он у меня, просто я его подвесил. Все, открутил под многогранную головочку. Там на 8 откручивается, вот, болтики все. И просто его в сторону. По левой стороне шаровую даже снимать не надо. Также откручивается привод, откручивается центральный болт ступичный. И все, и привод достается, и шаровую даже снимать не надо. Откручивайте в круг все болты, откручивайте подушка. Здесь на трех болтах держится центральный и два коробки. И получается все, коробку снимаете. Как-то так. По Passat коробку снял. Сложностей никаких не возникло. Единственное, при съеме получается вот этот вот шрус, он же здесь на вагах откручивается. Я его открутить-то открутил, а вот эта часть, она упирается в маховик и трудно очень снялась. Поэтому сейчас, когда буду ставить, здесь под шестигранник центральный болт я выкручу и сниму ее, и без нее поставлю, а потом уже на месте соберу все. Вот теперь шлицов вообще нету, то есть их всех срезало. Нету одного лепестка на корзине, шлицы все срезаны. Ну там что-то с маховиком еще. Ну, вот как-то так вот, все развалилось, вся эта конструкция навороченная. Ну вот так вот, ребята, здесь все развалилось. Двухмассовый маховик заклинил, болт не достать было. Пришлось отпилить кусочек окошка. Диск, ой, корзина, как я показывал, лепестка не хватает. На диске шлицов нету, срезало все шлицы. Так что сейчас будем ставить одномассовый маховик. Вот так вот он выглядит. Диск с такими массивными пружинами, я бы сказал. И обычный маховик получается. Он продается только в сборе, сразу же, чтобы поменять. И с этими двухмассовыми маховиками закрыть эту историю. Так что, в принципе, чтобы ее снять, там, где-то около 2 часов, не спеша, не торопясь. Единственное, что я сейчас откручу привод, что он мешается, там, за маховик цепляется. И все, в обратном порядке все соберу. Так что, в принципе, никаких сложностей не возникает. Можете крутить в гараже. Это все в порядке вещей. Сцепление, еще один нюанс. На корзине вырезы сделаны 2 штучки. Это, я так понимаю, балансировка. И они по соотношению к маховику в определенном положении ставятся. В принципе, вот есть картинки специальные, как ставить, а как нельзя ставить. Но это так уж совсем для дураков. Суть такая, что, скорее всего, что здесь теперь одномассовый маховик. Если поставить корзину неправильно, то будет вибрация. Для этого сделаны они, отбалансированы по отношению к маховику. Так что обязательно смотрим инструкцию. Если ее нету, пожалуйста, я вот наглядно объяснил. Вот 2 рожка, и здесь вот в маховике прямо высверлено отверстие. По-другому не поставите корзину.